Спрос на жилищные кредиты вернулся, и сейчас он выше, чем в феврале 2020 года, сообщило Бюро кредитной информации. По сравнению с февралем 2021 года, количество заявок выросло на 19%. Чаще всего люди просят о выдаче кредита на сумму в 315 тысяч злотых. Сразу после вспышки эпидемии многие отложили покупку своего жилья на лучшее время. Многие потребители также спокойно надеялись, что когда экономика рухнет под весом локдауна, отчаянные застройщики будут продавать квартиры по привлекательной цене. Мол, цены упадут, а кредиты станут более доступными. Но, как видим, этого не произошло. Кроме того, Польша хочет выдавать 100 тысяч злотых кредитной гарантии на покупку собственного жилья. Гарантийная программа – это не наличные деньги, которые мы получаем на руки. Власти таким образом планируют выступить поручителем для банка с первым взносом. Например, при 20% первого взноса на квартиру в 300 тысяч злотых мы должны платить 60 тысяч злотых. Если у человека не хватает средств на первый взнос, государство вступит поручителем для банка на эту сумму. Правда, пока правительство не опубликовало такого официального решения. Однако все детали должны быть озвучены в ближайшее время.